Партнер программы Hamamatsu Motors. Центр профессионального ремонта и обслуживания японских и корейских автомобилей. Ремонт ДВС. Всем привет, это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Всех с началом недели, всех с началом зимы. И мы начинаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Готовы? Тогда поехали! Мы находимся в Мотовилихинском районе на пересечении улиц Крупской и Лебедева. И речь пойдет вот об этом светофоре. Сейчас горит зеленый, осталось 17, 16, 15, 14, 13. И вот же засада. 59, а потом красный. Что-то тут не так. Самое интересное, что я обратил на это внимание еще летом. Ну, думал, всякое бывает, электроника же. Сейчас быстро все починят. Но полгода прошло, проезжаю мимо и вижу, что, увы, ничего не изменилось. Светофор здесь настроен так, чтобы увеличить пропускную способность для тех автомобилистов, кто едет со стороны цирка, Северной дамбы. Когда остается 20 секунд, для тех, кто движется со стороны площади Дружбы, загорается красный. А в часы пик здесь большая вереница. И раньше все успевали проехать. А сейчас получается, что 13 секунд исчезает в небытие и остается лишь 7. Друзья, конечно, на это можно закрыть глаза, но я все-таки предпочитаю не закрывать и добиться того, чтобы здесь все отремонтировали. Жалко 13 секунд. 13 секунд – это, знаете ли, многое можно успеть. Ну и еще одна тема, которая не дает мне покоя. Жители дома номер 57 по улице Крупской осенью мне написали, мол, приедьте, разберитесь, помогите, потому что творится здесь, конечно, что-то невообразимое. Вот, смотрите, предыстория. Вот столбики. Сейчас они уже под снегом, но мы об этом еще поговорим. Специально установили, чтобы автомобили не ездили по тротуару. Здесь как бы тротуар. Когда установили в прошлом году вот эти столбы, автомобили начали ездить вот здесь. То есть по газону. Когда здесь снега нет, здесь грязь. И сейчас я напомню, как это выглядит. Также прошу заметить, что вообще это пешеходная зона на улице Крупской. И ездить здесь вообще запрещено. Но, как мы видим, по следам до сих пор ездят. Ну а теперь возвращаюсь вот к этим заснеженным столбам. Дело в том, что, не знаю почему, но почему-то именно так, по словам местных жителей, когда установили вот эти столбы, чтобы никто не ездил, подрядчик напрочь зимой перестал чистить тротуар. А он здесь довольно-таки широкий. Вот люди сами себе тропу прокладывают. Кстати, вопросы не только вот к этой дорожке, вопросы вообще в целом к пешеходной зоне на улице Крупской. Вы посмотрите, как только выпал снег, сразу возникли проблемы. Вот я не был в сугробах, как бы, но вот моя обувь. Жалко ли обувь, спросите вы? Чем там, чем у нас дороги-то подсыпают? Зато льда на некоторых участках нет. Как говорится, приехал, убедился. Ситуация около дома номер 57 по улице Крупской, на мой взгляд, аховая. На сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока.